5 февраля в Заинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. 18:10 на участке грунтовой дороги в районе деревни Утяшкино. Водитель автомашины КамАЗ-полуприцеп при буксировке застрявшего в снегу автомобиля «Рено» при движении задним ходом совершил наезд. Водитель легковушки в этот момент фиксировал буксировочный трос и попал под колеса КамАЗа, водитель которого не убедился в безопасности маневра, а водитель легкового автомобиля не имел надежды световозвращающих элементов. В результате наезда 62-летний водитель автомашины «Рено» погиб на месте происшествия.